выгорание был вопрос, выгорание был сдача. То есть там в любом случае был сдача. Сейчас, девушка. Что ты там нашел? Вопрос. Броски с захватом зашили. Да, броски с захватом зашили. Очень пожалуйста. Сейчас, может быть, тоже вариант работы с бросками за шею, что можно, что нельзя делать. Гриша. Выходи. Гриша, вот, вот и где? Вот, вот он, да. Здесь. Значит, смотрите. У нас разрешен захват наверху. Это разрешено. Что нельзя делать? Сразу же. Раз. Нельзя делать. Два. Это, в принципе, видео у нас есть на сайте. Мы тоже, ну, я ничего нового вам не скажу. Два. Три. Как только я беру этой рукой захват за кимоно, за дзюдоги, это разрешено. Из-под мышки. Нормально. Нормально. Должен быть захват за дзюдоги. Вот так нельзя делать. Здесь захват, так захват. Одной рукой. Неважно, это запрещено. А если просто положил? Просто нет, положил на плечо. Просто лежит. Да, нет, она просто лежит. Положил. Лежит она. Но это мы не считаем. Это не захват за шею. Серго, коучи Магикоми, коучи Магикоми пока не трогаем. Нельзя. Пока не трогаем. Пока трогаем. Нельзя. Смотрите, есть? Еще раз. Все-таки, может, разрешим этот кроссовок. Он вообще безопасный. Что запрещено? Потише! Там у нас уже половина интересных. Давайте, друзья, кому не интересна эта тема, я попрошу вас удалиться тогда, чтобы вы здесь шум не создавали. Вот, ладно? Или молча, или тогда... Ребята. Александр. Я к вам обращаюсь, у нас потом вопросы возникают, почему мы так судим. По детям. Потому что один судья дает это, другой судья дает это. Еще раз. По захватам за шею понятно. Теперь то, что касается макикоми. Макикоми относится к техникам сутеми-ваза. Сутеми-ваза – это техники, дословно, там, самопожертвования. Что имеется в виду? То есть бросок выполняется за счет того, что я свое тело бросаю, да, теряю баланс и увлекаю за счет падения своего тела, увлекаю за собой или там... воздействую, вывожу из равновесия и бросаю после этого своего соперника. То есть, ну это мы формально называем броски с